Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале полезной информации про World of Tanks, Please. Стараюсь специально для вас и очень рассчитываю на то, что вы поддержите меня своим не только лайком, но и подпиской на канал. Ваша подписка вам абсолютно ничего не стоит, ни одного гроша, а для меня это возможность развиваться на платформе YouTube. Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас и прожимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать следующее видео. Буду вам безумно благодарен за оформленную подписочку. Я получил огромное количество сообщений под своими видео в отношении того, как и когда можно будет обменять лотерейные шары на награды, которые присуждены были на прямой трансляции Wargaming каждому из данных шариков. Все вы собрали то или иное количество шаров, как вы видите, у меня их тоже достаточное количество. Безусловно, не все они вошли в список тех 10 шаров, которые являются победителями. Список этих шаров вы видите сейчас на своем экране. Как вы видите, здесь 11 шариков. 10 из них дают повышенную награду. И 11 шар под номером 3 дает возможность вам обменять этот шар еще на один барабан и попытать удачи достать оттуда какой-нибудь шарик, который действительно крайне ценный. Теперь возвращаясь к вопросу шаров и как их обменивать, когда, на что. В отношении того, на что вы видели только что, чему равен каждый шар из тех, которые стали победными, начиная от 500 голды, заканчивая 10 тысячами, ну и плюс к тому, там еще есть победная шары на солидный контейнер и на сертификат на танчик 10 уровня. В отношении задвоения шаров. Меня спрашивают в отношении того, что будет с шарами, которые имеются в коллекции в количестве 2, 3, 5 и более штук. Как видите, у меня тоже есть такой шар номер 8. Он не является победным, то есть он не дает повышенной награды. И каждый из шаров, которые не вошли в список 10 шаров победителей, равны 250 голды. И вот если в моем случае у меня восьмерочка 2 раза, то, соответственно, я получу 2 раза по 250 золотом. На данный момент шары обменять вы не можете. Нет такой функции. Но уже в ближайшие 3 дня появится возможность эти шары обменять, и вам просто необходимо не пропустить данный момент. Насколько мне известно, то время на обмен будет лимитировано разработчиками, то есть необходимо будет успеть данные шарики обменять. Если вы хотите не пропустить информацию по поводу того, что уже пора заходить в свое хранилище и менять свои победные шары, либо даже те, которые не вошли в список на 250 голды, как я говорил, и хотите сделать это вовремя, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, потому что как только станет известно о том, что можно начинать обменивать, я обязательно выпущу отдельное видео. И, как вы видите, у меня на экране есть MS1, если вы еще его не забрали, на него есть бонус-код. Бонус-код найдете в видео, ссылочку на которое я положил в описании. Заходите в видос, вводите бонус-код и гарантированно забирайте себе данную машину, либо компенсацию голдой за данную тачку, если она у вас есть в ангаре. Пошел снимать следующее видео специально для вас. Надеюсь, был вам полезен. Надеюсь на ваши лайки, ваши комментарии. Ну и обязательно приходите на прямые трансляции. Очередную планирую сегодня на вечер. Заходите, пообщаемся, покатаем бесплатно во взводах. Ну и обязательно обсудим, кому что упало из лотерейных барабанов и что вы за это заберете. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.